Женька в душе моется. Этот сидит, провожает. Да? Марк. Ну? Ну все. Блин. Все, вышел, сейчас такси подъезжает. Все? Сделали остановку, все, уже выехали в Уфу, в аэропорт. Остановка на перекур. Такси комплект. Ну, рвы. Сейчас немножко перекурим и где-то, наверное, еще час примерно до аэропорта. Так, а что здесь у нас такое? Здесь вот озеро. Летом, наверное, тут хорошо дальнобойщикам. Отдыхает. Дальнобойщиков много. Он Серега идет. Ну скажи, что ты ожидаешь от поездки? Ну хорошо, пленки не хватит. Хватит. Ой, Мастенсен, ты пожалуйста. Мы до Уфы, сейчас находимся в аэропорту, в новом терминале. Сейчас покажу его, как он выглядит. Шоколадница. Наш новый аэропорт. Сейчас поднимемся на второй этаж. Его построили. Здесь у нас будет скоро сами шоссе. Сейчас поедем на второй этаж. Посмотрим, что там. Так, здесь марки получается. Для исключения возможных нарушений этого порядка в аэропорту проводится обязательный досмотр багажа и ручной платы. Уважаемые пассажиры, помните, досмотр осуществляется только в интересах обеспечения безопасности. Терминал красиво построили. Крышу. Получается перекусить. Внимание. Можно. Цель обеспечения безопасности полета. Пассажиры, имеющие добровольно гражданство на службу сюда, администрирование в салоне пассажиры, боеприпасы и необходимо за 20 минут до окончания регистрации представлять систему досмотра. Вот. А сейчас мы вниз спустимся на лифте. На стеклянном лифте.
таможенный контроль. Какой аэропорт duty free. Взяли водку литровую Абсолют. Сейчас пойдем в кафе. Здесь красивый такой кафе, уютное есть. У нас до вылета еще 23:17. Вылет у нас 5:45. Время еще полно. Там детская комната. Вот такой вот кафе здесь. Вот здесь вот будем. Мы находимся в мужском туалете. Международного терминала. Так, давай. Автоматически включается кран. Молодцы. Вау, вода сама течет, смотрите. И она даже сама сейчас выключится. Ну-ка. Опа-на. И вот это, что это же такое? Что это такое? Ну-ка давай. Видишь? Там ультрафиолет, да, и кожа такая, да. Микрочастицы, массаж сразу делают, короче. Ну теперь покажи свою кожу рук. О, вау, какая кожа рук стала. Класс, да? Не курить, штраф 3000. Народ, хоть штрафы 3000, но все равно курить на комнате нету. Аэропорту, то есть закрыли. Ну, туда все ходят, один хрен курит. А что такое? Что такое? Вот с этими людьми год назад, 11 мая, мы летели. Я помню, 11. Сюда смотри, ты не на меня смотри. Мы с тобой разговаривали с камерой. Летели в Турцию, и тут брыкали опять. И встретились. Кстати, когда сидели, ждали регистрацию, кричит прям, орёт. Серёга, через весь аэропорт. Аж охренели, блядь. Так и было. Так. Это было. Ревность, да, начинается? Ну-ка, давайте посмотрим томатку, что он там. Ты же девушка, Сережа. А что делать? Ну, просто сейчас посмотрим. Отбили посадку, да? Нет, подожди, мы сейчас идем на посадку, да? Как у тебя настроение? Отлично. Отлично? Да. Наташа, как у тебя настроение? Замечательно. Замечательно? Да, я уже почти готова. Скажи, какие ты ожидаешь эмоции от отдыха в Турции? Отлично, положительные. Только положительные? Конечно, Тамар, теперь ты скажи, какие ты ожидаешь эмоции от
отдыха. Ожидаю секс-алкоголь, море и загорать. Секс-алкоголь, море и загорать. И рок-н-ролл. Вау. Давай вот так вот сделаем. Все будет классно, да? Девушка, нам скажи, куда идти-то? Идем вниз. Встаем, сделаем, что, что. Анталик, да, все, идем. Вниз направо. Вниз на первый этаж, да? Нет, вот сюда. Направо. Еще раз направо. А, вот лифты, да. А мы стоим, как эти лифты ждем. Конечно. Ветер, ну фигас это. Обычно вот у них не то, что без безопасности. Здесь вот весь народ, в принципе, уже сидит. Если едем круто, как бы не дурачиться, как бы мы едем отдыхать, это будет веселиться. Ну, Наташ, давай. Тут уже. Вот. Ой. Ой. Нельзя. А, нельзя. Тамар, как тебе взлет прошел? Скажи свои впечатления. Вот, все. Нормально ты пережил? Просто не лезь в камеру, просто слегка снимай. Давай. А ты как? Нет? Я всегда. Просто такой прожектор врубил. Мы живем в Пэрис Хилтон. Нормальный пакет годился? Нормальный пакет. Мы набрали высоту, через сколько мы будем? Турция, Серег. 3 часа. Сколько минут? Что? 3 часа и сколько минут? 3 часа и 15 минут сказали. 45. Все. 50 минут. Через 4 часа прилетим, наверное, да? Как тебе взлет, Тамара? Чуть повторяешься. Взлет. Я уже. Наташка хочет взлет. Что ты хочешь? Кому? Дайте жвачку, пожалуйста, быстрее. Как тебе взлет? Отлично. Отлично, дай. Как настроение? Будем? А? Кто идет? Давай.
Все, мы набрали на тапу. Сейчас, наверное, нам будет нести на пику. Жратву. Ребята, что тут вот? Ну что мы? Ты знаешь? Да. Чуть попозже. Да. Резко на 180 ступеней. Ну, сейчас уже поздняк. Девочка от нас вообще что сделано. Такие вещи. Это вот это, давай повернем потихонечку. Вот, смотри, быстрее поворачивай. Вот она вот сбивает. Вот помаши маме ручку. Как настроение? Нормально? Классно, скажи, классно. Покажи вот так. Вау, вот все. Все, тихо, пауза. Все, теперь включили свет в салоне. Сейчас будут давать битву. Все уже встали, мужики как сразу встали, побежали в туалет. Прохладно. А ты что сегодня прохладно? Так, удобно. Давай. Получается 6 утра. Утра, да? 3 часа ночи. Люди с клятом из аэропорта. Обнимашки, обнимашки, обнимашки. А с ним я тоже не обнимусь. Наташа. Ну-ка, давай, давай.
забрала зайчик до ваших отелей. Сейчас, пожалуйста, пристегните ремни безопасности. Они находятся между сиденьями. Мы с вами сейчас выезжаем из территории аэропорта международного города Анталии и направляемся в туристический регион Аланию. Время в пути у нас составит почти 2 часа. 120 километров у нас расстояние от Анталии до Алании. У нас с вами 7 отелей. Чуть позже я зачитаю список. Нашего водителя зовут Турсун. Турсун. Надо запомнить Турсуна. Я вас хочу поздравить. Самый хороший сейчас на данный момент регион, самый теплый, удачный для отдыха регион Аланию. В Кемере, например, не так тепло сейчас, как в Алании. Так что Алания — город мало того, что красивый, исторически богатый, со множеством туристических достопримечательностей, ласковым морем. Сейчас, кстати, температура воды 20 градусов. Температура воздуха днем до 30 градусов, 28-30 градусов. Давайте сверим время. У нас на часах сейчас 4 часа 26 минут. Да. Так у вас? Такое же время, да? Это важно, чтобы наше время совпадало, потому что все ваши мероприятия здесь будут проходить. Все, приехали. Отель Клаб Ситайм, пожалуйста. Да. Приехали наконец-то мы в отель. Что мне тут показывает? Ты доволен, что ты наконец-то долетела? Как перенесла перелет? Спасибо, до свидания. Ой, пока не снимаю. Первое впечатление после перелета. Ну, поставь меня, пожалуйста. Не надо делать. Сейчас зайдем на ресепшн. А это, наверное, время неправильно показывает, да? Маленький ресепшн. Тут что такое, не бросайте его, не просто туалетную бумагу. Конечно, у меня еще палка, правда, она сломалась, я тут куплю, я тут другую возьму. Осмотримся. Сейчас время 3 утра. До ресепшн сказали, 8:30 придет девушка. Будет заселять, пока нам одели вот эти браслеты. Сейчас идем, вернее, сходим по переходу к пляжу. Посмотрим. Ну, переход такой аккуратненький. Сверху дорога. То есть, если идти на пляже, то переход через дорогу. Сегодня праздник в Турции. Какой-то день молодежи, сказали. Скорее всего, будет какая-то развлекательная программа. В общем, посмотрим. Так. Что здесь у нас такое? Стаканчики, ну, ладно, фигня. Ага, вот. Вот я все хотел посмотреть, где же у них на вечеринке-то проходят. Вот здесь проходят дискотеки. Thank you.
дождя. Вот море. Вот чисто море. Да, галечки есть. Все нормально. Мне пока нравится. Потом сделаю полностью обзорную по отелю. Когда заселимся, там посмотрим. Территория получается пляжа. Ну, ничего. Большая территория такая. В отеле, насколько я знаю, отель небольшой, предназначен вроде бы 300 человек, если не ошибаюсь, ну точно. Здесь душ. Тут получается дорожки такие. Здесь, наверное, как я думаю, туалет. Сейчас идем обратно в отель. Посмотрим. Там. Погода. По поводу... Какая сейчас погода? Тепло на улице. Блин, забыл море потрогать. Сказали, море теплое, на улице сейчас, ну где-то, наверное, я так думаю, 26-27 градусов, потому что утро, дождей нету, небо чистое, в принципе, да, переход перейти, вот уже море. Сказали, будет 2 часа дня. Сейчас 9 часа, час утра. Позавтракали. Голова трещит. Сейчас пойдем, решили сходить на море. Вещи оставляем на ресепшене. Переоделись. До 2 часов. В бассейне думали купаться, в пульду. В общем, сейчас пойдем на море. Там купаемся.